Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, создаст больше стимул для вас снимать видео. Сегодня у нас снова арабский талисман. Это деньги от Бога. Чаще это от Аллаха или от любого, как говорится, Бога, с которым вы работаете. Вот, но по арабской технологии, как всегда. Что мы делаем? В любое время, это чаще воскресенье, можно, допустим, божественные дни такие чаще, да, активные. Можете ли воскресенье, или если деньги именно точно, вам нужны деньги, а не просто успех какой-то или помощь просто. Естественно, вы в любой день наносите. Вот, наносим сначала квадрат или прямоугольник, расчерчиваем линию, заканчиваем петлями, как говорится. Ну, я так говорю, без терминологии. 7, 8, 6 наносим, то есть цифровую комбинацию сверху. И против часовой стрелки начинаем заполнять буквами. Ну, естественно, перед этим расчерчив колоночки первую, потом колоночку следующую расчертить. И начинаем. Первая буква, вторая, наносим против часовой стрелки. Стин, вот. Потом следующий тоже вот так против часовой стрелки. Не вот так по кругу, а против часовой стрелки. То есть начиная, допустим, от этой или этой буквы. И начинаем наносить. Нанесли, переворачиваем талисман и пишите. Допустим, тоже. Во имя такого-то Бога, пускай притягиваются ко мне деньги. Вот, пускай у меня ладится, пускай уберутся препятствия. Допустим, все, которые мешают мне достигнуть. Чтобы у меня деньги всегда были, водились, да, и появлялись. Чтобы мне, допустим, зарплату платили, еще что-то, да. Или хватало на детей, еще что-то. Вы описываете четко. А вот сейчас вот быстро, допустим, там во имя какого-то Бога. Вы это сделали, потом окуриваете, как говорится, более, ну не бахуром, как некоторые, потому что это опасно. Такие талисманы денежные бахуром, ну это бред. Действие отключится сразу. Вы окуриваете любым самым таким активным ароматом, то есть таким именно подходящим. Если есть черный тмин, можно им тоже обкурить, вот. Но чаще это можно даже лепестками роз, если есть засушенные, вот, кардамоном, кориандром, базиликом, лавровым листом. То есть любым таким, можно даже шалфеем. И потом просто складываете талисман, естественно, подержали, помедитировали и убрали куда-нибудь в тайное место, чтобы никто не знал о нем, от света, естественно, спрятать. И у вас быстро в течение 3 дней, в течение нескольких дней появятся деньги. Они будут появляться постепенно, потом, когда почувствуете, что уже помощи нет, вы сжигаете и снова создаете его. Ну что ж, всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев, ставьте лайк, комментируйте, постите, удачи!